Инспектор участковой полиции – это одна из самых народных служб. В этой профессии особенно важно умение общаться с людьми, находить каждому на участке подход. В преддверии профессионального праздника лучшим участковым признан Арстанбек Давлетов. Многие мальчишки в детстве вдохновляются силой и смелостью полицейских. Вот и Арстанбек Давлетов с ранних лет мечтал стоять на защите правопорядка. Но в силу обстоятельств пришлось учиться на инженера-техника. Потом занимался предпринимательством. Однако желание служить в полиции оказалось сильнее. Изучил юриспруденцию и надел погоны. Главная наша задача – охрана правопорядка на участке, недопущение правонарушений. Работаем с людьми, принимаем от них заявления, разбираемся в различных ситуациях, проводим постоянный обход, призываем к порядку нарушителей спокойствия граждан. Рабочий день участкового начинается с получения табельного оружия и специальной камеры. Работа ненормированная. На участке Арстанбека Давлетова в микрорайоне Шугла проживают около 5000 человек. Старший лейтенант полиции добился хороших результатов по раскрываемости преступлений и недопущению правонарушений. Конечно, по сравнению с другими службами, у инспекторов участковой полиции заработная плата выше, поскольку рабочий день у них не нормированный. Они работают и по ночам, и выходные. Им приходится сталкиваться с различными ситуациями. К примеру, в микрорайоне Шугла проживают более 30 тысяч граждан и всего 5 участковых. Арстанбек Давлетов уже 5 лет служит в наших рядах. За это время проявил себя как грамотный специалист. Работает, не считаясь со временем. Выходных нет у инспектора. Что касается моего коллеги Арстанбека, он хорошо знает свою работу. По раскрываемости преступлений его участок в лидерах. Супруга Арстанбека, врач, с большим пониманием относится к нелегкой профессии мужа. Сыновья гордятся своим отцом. Уже 6 лет, как мы создали нашу семью. На службе в полиции мой муж уже не первый год. Думаю, что он проявил себя как хороший специалист. У него много грамот. Я понимаю, что у него нелегкая работа и стараюсь поддерживать супруга во всем. Арстанбек Давлетов назван лучшим участковым области. Теперь ему предстоит защитить честь области на республиканском конкурсе. Алина Параджан, Шолбан Исабеков, Алпамыс Ашербеков, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.